Ха-ха, промахнулся. Ну, не, вы меня то есть не ждете, да, я так понял. А, я думал, ты еще загрузился. Еще? Вот почему я не могу ехать и стрелять? Потому что это не та штука. Это не тот Far Cry. Это не тот Far Cry, да. Это Far Cry далекого 2000 какого-то года. Шестого. Шестого, да. Ну их, ну зачем? Ждите открывать. Ждите открывать, да. А где ее открывать? Ждите об кровать. Надо кровать сжечь. Ладно, пойду. Я вроде женщину взял, а у меня мужской голос один готов. А это Ник сказал. О, патрончики. О, тут штанга есть. Есть твердые доказательства. Подкачаться. Ой, я гранату взял. Что с ним стало? Смотрите на его лицо. Теперь есть твердые доказательства. Он слишком много смотрел телевизор. Кому надо гранаты? Тут... Не знаю, тут пока аптечки нахожу. Вот варвар, а? Блин, нифига себе они меня вынесли. Стримен. Я еще думал, кто-нибудь у того здесь будет, чтобы я его мог убить. Так, я слышу этих. Блин, я на улице оказался, ну вообще благодарность какая. И знаете где? В самом начале локации. Ну вот тебе благодарность. Будь сервером и потом еще столько тащись. Чтоб к моменту, когда я приехал, дверь была открыта. Ты все мое богатство подобрал, да? О? Подобрал все мое богатство? Нет. Ладно, да ты там откроешь дверь, мы тут постоим с тобой, подождем тебя. Фиг вам. Так, да я камеру или эту турель? Хочу пополнить. Воу-воу-воу. Не, ребят, давайте сюда, меня тут сейчас убьют. Ребят, давайте сюда, меня сейчас реально убьют. Да не паникуй, я уже иду, я просто не знаю, где патроны лишние взять. Я только гранаты взял. Воу! Я их гранатами угощаю. Они любят их? Да, очень. Они их жаждут. Нормально вообще, у меня транспорт на километр, наверное, подлетел. Давай гранаты не подлетел. Только мои пушки тогда не подбирайте, негодяи. Зато я вас знаю, вам только дай. Почему я слышу, как вы стреляете за стеной? Да, я ж тебе еще когда сказал, что тут звуки передаются, когда я был застряг. Когда я был застряг? Да. И что было, когда ты был застряг? Могучая русская языка, в общем. Я надеюсь, что я сейчас приду и возьму свои патроны. Все, хватит. Ну все, ты ж сам сказал, давай закидаем. А где ты вообще умер, кстати? Он в самом начале тебе должен. Элка, я тебя ненавижу, вот серьезно, вот сто пудов ты мои патроны. Да, я не подбирал, честно, у меня нет. Я ничего не брал, у меня вообще ничего нету. На записи посмотришь, как я не бегал по твоему трупу. Ставь елочки немножко. Ой, тут еще. Короче, закидываем гранатами опять, тактика. Короче, я Элку ненавижу, он опять мои патроны стырил. А он неподвижный, пока его не активировать. Вот, все. А, ну так прячьтесь, сейчас они с вашей стороны будут заходить. В смысле прячьтесь? Ну все, и раз пушку дали, значит жди неприятностей. А это я. А чё, жизнь не уходит? Слушай, у меня не отображается автомат. А мне все пофигу! А ну спасибо, Ник. Моя тактика работает. Ща я опять за гранатами. Ой, там вон снизу кто-то.
У меня эти кончились гранатки. Может, сзади есть ящик. Там впереди гранаты есть еще. Это хорошо. Ой-ой, кто стреляет? Ну хорош все высасывать. Эй, мне, мне тоже надо. Все, все, вон, ник, остальное пусть достанет. Да у меня хп меньше, чем у вас. Не, главное, дай мне, дай мне. Негодяи. Да все патроны позабирал. Ну что ж такое-то? Начать. Все. Я сейчас что, опять ехать к вам буду? Да. У нас вентиль сломан. Да, я выбил дверь просто. А где мой квадроцикл-то? Мне на голову упал. Теперь нам сейчас попа будет, чувак. Почему? Надо птички. Давай. О, птичку. Это нам с ником. Откуда что, тут? Ты что ли стреляешь, ё-моё? Откуда здесь две улитки? Ник, ты как бы мог определиться, кто, кто сейчас будет стрелять? Я понял, где я вижу, где ты был. Да ты что? На записи потом посмотришь, ржать будешь. Я столько... Да все, я дверь открыл, зачем ты туда бежишь? Ну, ну ладно, не побегу я туда. Все, я поехал. Ты, короче, под сиденьем находился. А мне этот сейчас этот по башке не ударит? Больно мне не будет? Ударит. Больно будет. Меня бревно остановило. А я в целом ничего так проехал. Такой Джеронимо! Ты уже что, на месте что ли? Ну, меня тут уже обстреливают. А я опять сдох. А я сейчас сдох. Слушай, а ты почему под... под эти, под транспорт... А вот я тебе об этом говорю, увидишь, ржать будешь. Нифига себе, он в воздух подпрыгивает, этот квадроцикл. Я говорю, увидишь, ржать будешь. Ну я уже увидел. И уже поржал, говорит, да? Вы что, опять кто-то умер там сзади меня? Ой, а, понятно. Там по краешку. Зашибись! Сима. Я не долетел. А при сам самый прикол-то в том, что нам надо сначала ехать. Ну это вам. Я знаю, что там можно было по краю. Но вы, кстати, не сначала, по идее, едете. Сначала. Я лично сначала еду. Да ладно. Ты тут... Я увидел, как Ник улетел. Это я летел, а хотя, может быть, и Ник. Блин, почему здесь нельзя управлять с мышкой, не знаю, я бы лучше управлял. Ой, плохому танцору всегда мышка мешает. Не, у меня просто задержка, не, понимаешь? Не, на самом деле как-то из-за неудобно, нее... да, управлять. Из-за нее ты нажимаешь вроде бок, а улетаешь на 3 километра. А кто меня убил? Вот, Ник, я так понял, у тебя примерно так же, да? Только у тебя получше. У тебя пинг меньше, вот я не понимаю, получше. Хоть вы в домике сидите под квадроциклом, почему вас убивают? Потому что мы в домике! Не, серьезно, мы эту, по-моему, миссию не пройдем, если мы... Я сейчас ее пройду, я почти ее прошел. Я умираю где-то, где огонь нужно проехать. Я сейчас пройду. Мы огонь, кстати, с Ником прошли спокойно. Ну, точнее, я прошел спокойно. А это красненькая точка загорается, это что такое? Это типа на тебя нацелены миллион ракет. Ну, а как от них избавиться? Просто... Никак! Едь! Виляй в сторону. Виляй задом! Вилюн. Кто вилюн? Ракета. Ва! Мне сказали, боже мой, это Фриман. О, майн!
просто ракету в морду словил. О, я тоже. Тебе не повезло. Нет, тебе не так, прости. Ртом остановил ракету. Так, чё, давайте командой поедем. Вот, все втроём. Ждите, ждите. Ну куда ты поехал-то? Все, я прорваться. Нам сейчас опять мост, по-моему, открывается. Ничего не надо открывать, просто едешь и все. Ну хотя да, вот, вижу. Я уже тут третий раз проезжаю, говорю, никакой мост не надо открывать. Главное опять где-нибудь вот здесь не лохануться. Зачем ты мост-то поехал открывать? Или кто там машину оставил? Блин, опять здесь застрял. Я умираю, где-то огненная стенка. Я тоже. Потому что у тебя хп очень мало остается. Да ё-моё. Ты видел, да, какие я за финтушки делал? Ой, с меня лазер сняли. А чё, по краешку надо ехать? Да. Ой, как этот отлетел, ё-моё. Ты ещё дрифтанул по нему. Эх, 22 хп осталось, не доеду ой, я, да. Ой, ракеты летят, ой, ракеты. Блин, я сальто такие красивые делаю, и на голове сейчас еду. Ой! Да ладно! Эл! Возьми, ладно, хоть сейчас съехать вместе, хорош там туберкулезник. Захлебывается. Ааа, просто жесть. Короче... злый! Ну чё, ты в прошлый раз так сделал. Все, погнали. Блин, я врезался и пол хп себе уже снес. Ладно, давайте, кто там на себя весь огонь собирает? Давайте, я уж ладно. Такие три камикадзе едут, блин. Ну хорош. Че у вас там такое? А кто тут скутер оставил? А это просто так, на халяву. Типа если... Нафига ты там пролетел, это кто так? Это я первый, если что. Лол. Да ё-моё, хорош, я же довернул. А, Ник впереди едет. У Ника много хп. Зашибись, я врезался, снял 7 хп. Да-да, вот. Или сколько-то там. Хотя нет, 6, у меня аж 35 было. Блин, ненавижу, куда на голову приземляюсь. Ладно, я надеюсь, что я доеду. 22 хп у меня осталось, 17 хп у меня осталось. Мне сейчас солдат элементарно просто... Он поставит. Зашманает. Зашманает. 11 хп. Да, не, мне не хватит уже проехать. У меня 21. Давай. 14. Давай. Мы верим в тебя, Эл. Мы верим в твою голову. Мы верим в твою голову под ракетой. Давай, 4 хп, давай. Вот на этом же месте ракета и влетела в прошлый раз. Так, давайте один останется на начале. В смысле? В смысле, чтобы нам не перепроходить с тем хп, который у нас сейчас, а перепроходить с более большим. Это как такое понять? Нет, ты по-любому здесь возрождаешься. Да ты не понял, мы возрождаемся с сейва, а так мы будем возрождаться с момента... Ну, короче, просто один там кто-нибудь останется. Там это где? Там это вот где скутеры нам выдают эти. Ну так мы там и возрождаемся. Да ты не понял. Если мы умираем все, мы возрождаемся с момента сейва. Если мы умираем по одному и потом возрождаемся, то мы возрождаемся с момента... ХП? Ну короче, у нас хп больше будет. Ладно, я тогда что, остаюсь где мост? Да. Ну давай. А мы едем дальше, пробуем. Угу. Даже поближе сейчас подъеду. Такие боевые действия идут. Ой, Дэс, что-то. Ну всякое бывает, что. Эх, жалко, у меня бинокля нету. Пошел вон отсюда.
Я сделаю это, я перепрыгну. Обещаю! Да что такое? Ой! Все, Эл, стой. Стой, стой. А где Эл? А, вот. У них же нету ракеты самонаводки такой дальней. Хрен его знает. Но на твою голову под сиденьем любоваться только прям. Ну чё, вы умерли или чё? Да, я еду, у меня сейчас 60 хп, шансов больше. И чё, какой смысл, что я здесь тусовался? А вроде и было 60 хп, не? У меня было 35. У меня 60 всегда стандартно выдавало. У меня тоже было 60. Ну вот. Я-то думал, теперь у меня тоже 60. Вы возродитесь там, где я тусуюсь. Не. Мне нужно было 60 хп, потому что с 60 хп я могу пройти. А, ну давай, сейчас посмотрим. Сейчас такой, опа, умер на первом этом. Вот, от дезертира. Да, и врезался в первый же столб. А это был маневр такой, ты просто не понял. О, я не досмотрел этот эпичный заезд от тебя. Ой. Блин, а они сильно больно шмаляют, кстати. А ты что думал? Они там в игрулинки играют? Типа того. Блин, графика в Half-Life намного лучше, чем серьезно в этом Far Cry дурацком. Да пацаны, я перелетел, пацаны. Мне не нравится. Куда тебя? Прямо. Ой-ой. Два хп я ел. Да, ема. Блин, Я лживи. Хэштег лживи. На всякий случай вот здесь остановись. Зачем? Это вы все равно не возрождаете. Вот 60 хп, у меня есть шанс. Не сглазьте, гады. Так. Нет! Чё за фигня? Они в воздухе подбили. То есть, даже если мы под сиденьем сидим, это не дает нам гарантию, что мы выживем. Я не знаю, надо как-то втроем пробиваться, чтобы выжить. Вот мы сейчас с Ником вдвоем попробуем. Да, там все равно по каждому стреляют. Не, а будет стрелять отдельно. Ну да, я же говорю, он по отдельности стреляет. Там нету выбора цели. Это же кооператив. Ой, я, кстати, не знал, что он поворачивает. Так, ну ладно. Ты не знал, что скутер может поворачивать? Ты там возродился сам-то? Я, да, я еду. Сколько хп, да? Писец меня покарали, 33. Ты уже перелетел, нет? Нет, я еще не доехал. Да походу там перелететь невозможно, а если по огню проедешь? Я перелетал, и я, и Ник. По огню ты не проедешь. Почему? Я сейчас опять перелечу, наверное. Ой, у меня 10 хп, я все, я трупец. Я перелетел опять, у меня 14 хп, и как бы... Ах. Конец, доктор Фриман. Одно хп. Вот, дезертир перелетел, давай, куда дальше? Сейчас он умрет, я тоже тут умею. Хотя... Как он там мышкой старается, материт, чтобы мы все замолчали. Крит, оп. Опа! Закрыл, давай, давай! Чё, перелетел? Сдох? В самом конце. Я застрял. А я тоже застрял. Нифига себе, мне выкинули. О. Нифига ты там улетел. Эй, стой, это моя. А можешь пешком туда пробежаться? О, да. Короче, надо проходить и заканчивать уже с этим. Мы полчаса не можем. Вот. Не, на самом деле я прошел. Я потому что знаю, где и как там проходить. У меня это хорошо получается, но... Мне хп чуть-чуть больше надо. Нет, тоже, ну я тоже там прохожу, у меня одно хп. Давайте этот код включим, бессмертие, да пройдем. Не. Мы уже почти. Какие хардкорщики, а?
Ох, нифига себе, они там ожили на стене, у меня сразу 27 хп осталось. Ты только это понял? Меня они уже столько раз ударили. О, Дэст, ты прилетел уже? Я словил ракетку. Я еще не доехал. О, скоро буду там. Что-то они очень быстро убивать начали. Я вот ракетку ловлю в самый неподходящий момент. Сразу 20 хп остается. Вот тут я ловлю где-то ракетку. Видал, как уклонился? Да ты Нео просто, как да, в голову влетел. Да, да, серьезно, в жопу влетело. Ой, жесть. Все, у меня черный экран. Что? А у меня красный. Говорит, все, идите отсюда. Ну, хард. Все, идите отсюда. Ой. А я знаю, кстати, ребят, в чем дело. В чем же? Ой-ой. У нас просто... Где я? Просто, ребят, у нас с вами есть одна маленькая проблема. Просто у нас несчастливый скутер. Да ты чё? Вот сейчас я вот этот скутер возьму. И вот 100 пудов на нем проеду. Правда, пока ты его брать будешь, тебя убьют? Не, я уже взял его. Там поверху никак нельзя проехать. Ох, как я ракету отлично словил за кого-то. Так. Жив, цел, осел, в смысле орел. Эх, неинтересно так. Монтировку даже выкинул. Это Фриман! Боже мой, это Фриман! Это хорош, ребят. Один хп, ребят, вы чё? Короче, я включаю вот мод, и мы нет, походим. Не надо. Не, ну серьезно, я уже чувак, забрался. Серьезно. Это писать. Все, пусти. Хорош, это будет тупо, если мы с гудмодом будем проходить. Какой в этом смысл? Но только этот эпизод, вот. Ну так тогда и дальше будет, знаешь, там, типа, о, ну я тут тоже пройти не могу, дай тоже гудмод рублю. Не сдавайся, мужик! Там легко на самом деле проходить. Да я вижу, как нам легко. Мне легко, но мне, как правило, хп не хватает в самом начале при подгрузке. Ну что ты врёшь? Должно хватить. Ты говорил, что тебе надо 60. 60. Да, начинаю я с 35. Вот только сейчас я с 60-кой еду. Надо к мосту подходить реально, чтобы было 60 хп, тогда не шанс. У меня 7 хп. Я вижу огонь, я вижу землю. О, фига. Подбили дезертира. В смысле? Ну, у тебя попали вроде. Не. Ой, я первый раз огонь перепрыгнул. 60 хп как был, так и остался. А кто скутер оставил? Ты скажешь, это будет больше. Твой... Там два скутера есть еще. Да, почти не доехал, ё-моё. Вот, и вот из-за него, Дэс, я не смог. Да, кто скутер оставил? Кто там оставил скутер? Жесть. Не, ну как сказать, кто? Давайте, идите первыми. Ребят, мне уже уходить надо. Ну, окей, давайте еще. О, говорил. Попыток 20 всего и пойдем. Понятно. Ты впилился, да? Надеюсь, этот скутер исчезнет? Я тоже надеюсь.
С ним реально невозможно, он просто там просто не перепрыгнешь. А, да ладно! Меня на стене 15 хп оставили. Счастливое число 33. 13. Давай, чувак, ты должен хотя бы раз это сделать. Да я доехал почти, да. Чё-то... Ребят, вы что, не умеете от ракеты уклоняться? Я уклонялся, но... Жопой я вот, например, не могу уклоняться, но спереди могу спокойно. Просто выруливаешь в другую сторону совсем от ракеты и все. Да ты чё? Да, ну ты смотришь же, когда на тебя там ракета летит или нет. Ну, сейчас посмотрим мастер-класс от безголового дезертира. А ты как будто как-то по-другому выглядишь, слушай. Ты чё на негра бочку катишь, а? Да если чё, я тоже не белый. Эй, кто меня там? Отлично, 40 кп идёт. Ну, у меня 35, я ж как-то живу. Я твои ноги вижу, когда ты подпрыгиваешь. Скутер для Флинстоуна, блин. Ракетмана! Ой, все ракеты в тебя летят. Спасибо, ой, я пролетел. Ой, не, надо явно группой ездить, потому что один все на себя танкует. Ну так жди нас вот на этом моменте. Ой, где-то далеко мой. Два L ты сможешь. Ой. Ой. Мне сказали конец доктору Фриману. Да, у доктора Фримана он есть. Блин, я прям ровно в гроб лег. Так, давайте я вас здесь жду. А я тебя не вижу, скутер без этого. А вон негр в зеленой шапочке сидит. Я под сиденье заныкался. Ник, ты мой скутер угнал. Все, серьезно, это последний трай, я отключаю сервер. Ладно, давайте попробуем. Ты в курсе, да, если что, нам потом просто перепроходить, включая открывание этой двери. Да? Ну что ж поделать, ну да. Короче, вы вперед, а я постараюсь, если что, пройти. Давай, давай. Хвост. Просто... Ну ты сам видел, до какого места я дошел. Я тоже. Да я дальше ладно, доходил. Давай этот... Да, если бы ты дальше доходил, то просто по факту ты бы прошел бы. Да я до треугольников дошел, где вот последний надо уже въезжать. И мне ракету... Ракеты меня угостили. Ник, танкуй, у меня по-прежнему 60 хп. Давай, давай. Я этого убью. Что, теперь мне танковать? Зашибись, меня расстреляли так. По-детски. Вообще наоборот, не по-детски. Давай в сторону, Эл, уходи. Так, мы должны. Мы давайте хотя бы вы. Один хп, да. Мне еще фризануло так хорошо. Я не умер. 39 хп. Нет. Да ладно! 26! Один хп! И чё? Ой, я в безопасности. Все, красавцы! Один хп! Красавцы, прошли наконец-то! Ой, все, ждем дезертирку. У меня один хп. Просто был один хп. И сейчас один хп. Я буду. И сейчас дезертир как раз и проходит с первого раза. Ну чё, все, мы завершаем на этом. 44 секунды же мы не будем ждать. Не, ну я еду. Ты едешь? Мы даже развернуться не можем, мы к тебе жопами ставим. Там кто-то рев и скрежет эти резина. У тебя 20 секунд. Можешь уже. Да я за них в любом случае не доеду. А, ну тогда говори всем пока и до свидания, и мы отключаем от сервера. Эй! Надо сначала загрузиться вообще-то. Зачем? Чтобы сейф у нас был с патронами и все дела. Две секунды.
Сейчас загрузимся. Что, это у меня все на компе, что ли, останется? Да. Ужас, мне что, форматировать теперь нельзя? Не. Ужас. Да. Все? Не. Еще этот не загрузился. Я даже всего от этого засранца. Так, где моя тачка, слышь? О, вот, сейчас. О, тачечка. Все, куда поперли-то? Сервер-то отключается, консолька нажимается, делается Q, Tab и Enter. Че, чем вы сказать напоследок хотите? Всем покедова! Всем пока. До следующих серий. Если они будут. Конечно. А то знает тебя. В общем, пока-пока, ребят. Да.